Это мое воображение. Поговори со мной. У меня видение. Я их записываю, а люди за них платят. Случалось, что Скотт выпадал из реальности. Где ты был? Он называл это уходами. Где ты был? Я не знаю, как мне без тебя жить. Вернись. Я охочусь на Була. Что это значит? Что-то вроде игры в 12 записок. Скотт с братом придумали ее в детстве. Миссис Лэндон, я решил поговорить с вами лично. Неопубликованные работы Скотта нужно изучить, исследовать. Вам не видать его записей. Она уперлась ни в какую. Я их тебе достану. Книги Лэндона изменили меня. Помнишь, ты как-то спросила, безумец ли я? Я поверила. Вот насколько его воображение сильное. Есть одно место. Я тебе покажу. Что это? Где мы? Если решишь все загадки, найдешь все ключи, то получишь приз. Это место. Оно реально? Или это мое воображение? Доктор, доктор. Мистер врач. Расскажите. Что со мной не так? Он ушел, но продолжает меня вести. К чему? Оно реально? Или это мое воображение? История Лизии.